Так, всем привет, друзья! На связи печной мастер Александр Бушуев. Александр, примите это как? Неволен. В общем, сегодня у нас какое число? 21-е? Да. Очковое июня сегодня. Вышли мы на объект, пока не трясим сильно. Вышли мы на объект, взяли банную печку. Будем класть из ревдинского кирпича. Заказчик почему-то, не знаю, сам завез кирпич. Три поддона кирпича ревдинского, качество у него очень плохое. Я для себя бы не стал бы из него делать. И на стадии консультации, когда была, я приехал, я ему рассказал. Порешали так, что сделаем банную печку, сделаем футировку первого колпака. В принципе, она будет одноколпаковая. Сделаем футировку колпака и топливника. В принципе, нормально будет. Я с ревдинским кирпичом последний раз работал, себе яму делал в гараже. Это был год, наверное, 13 или 14, скорее всего, год. Сейчас, у нас время уже первый час, приехали мы где-то в 2 часа у нас ушло на настройку всего. Настроили мы свет, как всегда, 4 прожектора по кругу. Делаем еще есть, в принципе, прожекторы. Вон там еще у заказчика лежит прожектор. Я использую теплый свет, и там обязательно надо смотреть, чтобы по мерцанию нормально было. В общем, по прожекторам это отдельная тема. У заказчика был фундамент, здесь залит прям такая лента сплошная, стены для стены, я так понял. Я приехал, сказал, что нужно еще подливать. То есть он подлил, буквально на следующий день после моей консультации он подлил. Очень оперативно сделал, человек молодец. Сейчас, здесь у него будет вагоночка, где-то сантиметра 3, он сказал примерно. Там какую-то, рейку какую-то он сделает. И сейчас мы будем 3 сантиметра отступать сюда, чтобы печка была за подлицом. И класть. Сейчас до обеда мы сделаем 2-3 рядка и пойдем обедать. Все, у нас все готово, все настроили, все завезли. Как всегда, вагончик и маленький прицеп, машина, автопоездом приехали. Ветер встречный дул, но мы боролись, ехали. Находимся, у нас получается... Не доезжая Невьянска, Тагил рулит, как всегда, в сторону Невьянска, Тагила Нижнего. Получается, СТ... Лесное озеро, поворот на озеро Аятское, В общем, 90 километров от сада моего, от нашего убежища. Все, начинаем работать. Что там, сделаешь какое-нибудь лицо эпическое? Мы начинаем выставлять наш первый ряд. Сразу обращаем внимание, держим в голове обратную кратность кирпича, что... Когда несколько кирпичей, 4, например, кирпича в ряд, следующие будут вот так вот кирпичи, и у вас шов уйдет. Поэтому при разметке сразу 2 кирпича вот так вот кладем, либо сразу делаем подрезку. Я примерно так. Сейчас, я беру фасад за основу, его прокладываю, и от него уже строю прямые углы. У нас под полом будет 3 рядка, поэтому 2 точно под полом, третий будет уже выходить, скорее всего. И я третий уже буду ловить геометрию, прямые углы более точно уже. Пока моя задача сейчас найти самую верхнюю точку и с нее начать класть первый кирпич. Первый ряд положили, покушали, подкрепились. Саня там что-то меряет.
iPhone свой новый проверяет. Говорит, можно айфоном печки класть. Вот, то есть базовую линию мы взяли. С учетом выступили печкой, с учетом того, что стенка будет выдвинута там так же, как и на втором этаже. Сделано у заказчика. Обрешеточка, небольшая рейка и вагонка. Также и мы сделали, чтобы заподлицу была. Ну, сейчас еще два ряда и пойдет шлифованный кирпич. Значит, у нас получилось три черновых пола. Забыл сказать, что обязательно кладем гидроизоляцию между фундаментом и кирпичом, чтобы не было подсоса из земли, влаги в тело печи. Вот, то есть три витка мы сделали. Сейчас уже, ну, у меня более-менее ровно. Там разница есть 5 мм по диагонали. И сейчас я, значит, начну уже более точно все выравнивать. Уже идет шлифованный кирпич, сейчас пойдет обработанный. Значит, у нас вот эти вот разделки будут закладываться потом. Буду их делать, чтобы можно было ходить. Так намного больше времени экономится, нежели обходить каждый раз, чтобы положить там угловой кирпич, например. В общем, я всегда так делаю. Если есть возможность, оставляю. Так, значит, первый ряд мы положили. Саня сейчас будет мерить диагональ. Посмотрит разницу. Я-то знаю, сколько у меня там разницы. Так, подожди, я тоже. Чего, 141, да? Да. Угу. 141,2, да? Да. Ну, то есть до 5 мм разницы допустимо. Если свыше 5 мм, то следует корректировать уже диагональ, какой-то угол сводить, либо, ну, там уже надо по месту смотреть. То есть у нас все просто, мы вот эту вот плоскость отбили относительно стены вот этой, и от нее уже прямые углы построили, и уже диагональ сверили, у нас все получилось хорошо. Сюда я уже буду запускать сейчас канал, сейчас с заказчиком согласую, нужна ему дверка, не нужна. Так, значит, сейчас будем крепить дверку, да? Значит, я в ней просверлил отверстие, дверка старая, с оленем, каслинское литье. Я в 2000 году Значит, я положил второй ряд. Сейчас объясню, что куда. Следующий ряд встает под дувальная дверка. Это у меня формируется уже колпак. Колпак я буду футировать. Это самодельная лещатка на станке, распуская кирпич вдоль стоя. За два прохода это все делается. Есть, это если у вас станок 350-м диском, то за два раза. Если станок с 400-м диском, там глубина реза, скорее всего, будет порядка 130, может и выше, 135, можно будет за раз проходить. Ну, он и весить будет больше. Так вот, значит, сейчас я буду по мере поднимания печки буду футировать колпак. Зачем? Если я бы клал бы из кемовского кирпича, то я бы, может быть, не стал бы футировать. В принципе, он нормально держит. Колпак справляется нормально. Ну, небольшие трещинки образуются за счет того, что есть армировка, а потом все нормально обратно сходится. Здесь тоже я буду делать армировку. Значит, вот этот размер у меня 21 сантиметр, ширина колпака. Низ профутирую полностью. И потом на эту футировку сделаю подъемный канал. Ну, рассечку сделаю между колпаком и подъемным каналом. Эту стенку уже футировать не буду. Значит, также ставлю закладные. Потом перегородки подниму, когда печку доделаю. Так, значит, третий ряд. Установили дверки. Делаем зазорчики. Обязательно минимальный зазор 5 мм. Колосник
РД6. Прочистная обвертка. Заказчику предложил ее не делать. Он сказал, давай сделаем, лишней не будет. Изнутри потом закроем ватой ее, чтобы конденсата не было. Лично у меня образуется конденсат. Итак, значит, сделали мы четвертый ряд. Также сделали первый ряд футировки. Полотник, значит, буду ставить дальше, потому что у меня колпак в этом месте, горение будет сюда, как бы, если сделать близко сильно к топке колосник, то та часть печки будет плохо греться, часть каменки той, поэтому здесь идем таким путем. Значит, вот колпак футированный лещаточкой, напомню, этот размер 21 сантиметр, лещатка получается по 3 с чем-то, здесь делаем зазор по периметру. Ну, между красным и угольным кирпичом базальт пятерочка. Ну, конечно, больше, чем пятерочка. Считается пятерочка. Дверку уплотнил примерно так ватой. Круто. Кто-то скажет, почему дверку здесь я ставлю. Да потому что там колпак, а здесь уже будет подъемный канал. Здесь уже температура не такая будет, как, например, как там. Хотя фиг его знает. Тоже спорный вопрос. Как всегда, на ютубе найдутся те, кто скажет, что греется наоборот сильнее. Александр, ты не прав. Так, покажу, как перекрываю под дуало зальную камеру. Саня, он там уже нарезал клинышки. Сделал где-то около 2 сантиметров, ну чуть поменьше, подачу воздуха. Итак, у нас время уже без 4:11. Давно не работал с единственным кирпичом. Можно сказать, что ну, чистится он очень легко. Во-первых, он рядовой по сравнению с кемой. Потому что в основном все объекты делаю с кемы. Качество кладки сейчас покажу примерно, какое получается. Здесь я уже почистил, расшил. Но он таки неплохо, учитывая, что кирпич рядовой, да? То еще мы фаску не снимаем. Ну, давайте теперь покажу. Здесь у меня подъемный канал получается. Футировка колпака, второй ряд. Перекрыли зольную камеру.